Несколько месяцев наркополицейские задерживали потребителей и мелкооптовых сбытчиков дизайнерских наркотиков, охотясь на крупную добычу. Такие масштабы с участием ОПГ в последний раз были еще при Слановских. Только установленных и задержанных любителей запретного зелья оказалось более 50 человек. Наркотики продавались как безработным гражданам, так и в двух колледжах города Рязани и в нескольких школах. Потребители были как совершеннолетние, так и несовершеннолетние. В поимке преступников участвовали не только подразделения УФСКН, но и сотрудники ФСБ. Что примечательно, самому главному фигуранту дела с говорящей кличкой «Деловой» всего 18 лет. Некоторые родители прекрасно знали, что их мальчики превратили дворовую компанию в организованную группу. Жили по соседству, наркотики продавали школьникам из местных учебных учреждений, все довольны. Другого дохода не было, то есть вся семья жила на нем. У лиц не было ни у кого водительского удостоверения, но имелись такие машины, как Volkswagen Passat CC нового, который просто он оформлял на маму, потому что сам не имел права. На оперативной записи видно, не все готовы сотрудничать со следствием. И это при том, что сотовые телефоны насквозь пропитаны тем самым GVH-018. Для тех, кто не знает, это курительное зелье носят с собой, прилепив как пластилин к поверхности сотового. Когда появляется желание подымить, просто отрывают нужный кусочек. Можете снимать отпечатки пальцев, их там нету, это не мое. Твое чего именно? Вот это вот. Телефон? Нет, телефон. Вот это? Это что такое? Я не знаю, что это не мое. В ходе проведения обысков и обследований было изъято более 2 килограмм наркотиков. Наркотики были спрятаны в конспиративных квартирах, а также в оборудованных тайниках, в съемных гаражах и на чердаках жилых домов. Задержано 10 участников криминального сетевого маркетинга, причем ни один из них сам наркотики не употреблял. Более того, все посещали фитнес-центры и ни в чем себе не отказывали.